действительно, зачем по верху стрелять? Это самое глупое это. Бросок. Рукан бросать. Ты под ноги, все. Зачем? Чтобы он рукой махнул. Но он стоит на одной ноге. Как он переложится? Вы же не понимаете. Еще один прикол. Это уже так же стоит. Но счет был 12-13. Сейчас по одному забили. 13-14. 12-13 был счет первого тайма. По одному забили. Сейчас 13-14. Ну что, туда забили гол, туда забили. Туда не забили. Как это не забили? Эти забили. Да, забили. А, не забили, да? А, ну да, он же вратарь потянул, да. Да. Одно. Ты в руку вратарю попал, да. А ты залез. Да ты что? Пошел бросок. Игорь Сергеевич, видишь, по центру сегодня просто... все, как мы по центру, он и в девятины, да. И девятины сегодня стрелял, и все, что хотел, и под штангу стрелял, да, все пошло. Бывают такие игры, но кто вообще ничего не попадает, а кто... Опоздал. Усаженный, пошел бросок. Ромки, 17 номер. Вот это далеко он вошел. Видишь, то что ты делаешь. 6 метров лезешь. Зачем? Уже надо было с 9 кидать. Там зоре. Он двумя ногами стоял. Ну, то же самое по рукам, зачем кидать? Обороне. Thank you.
Почти успел. Вот.
это сразу надо на первом шаге такие же. Как можно было не забить выход один в один, не знаю. Двое! Нельзя его брать! Да, нельзя его подбирать! Но судьи накосячили сегодня много. Он же из зоны. Да, он зашел из зоны. Организованный хаос начинается. Еще 40 секунд до конца, еще ни о чем. Да, было, было. 30 секунд. Время. Да, блин. Вот это бодалово.